Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на ВТБ-арену. Здесь сегодня бронзовый призер российской премьер-лиги прошлого сезона сыграет против серебряного призера лучшей лиги мира прошлого сезона в первой лиге. Этот матч в формате 3D в рамках фонбет Кубка России по футболу. Группа А 3D, потому что это Динамо-Динамо-Дерби. Хорошая передача. Гагнидзе развернулся и дальше на Макарова. Вот излюбленный маневр Дениса. И удар из-под ноги соперника. И вот туда на Караскаля можно уже было отдавать. Макаров промедлил. А теперь отдает. Караскаль. Удар выше ворот. Но кажется, с комментаторской позиции, Сергей, что можно было отдавать чуть ранее. Ну да. Шамиль Камилович. Да, есть вопрос. И о, какой удар и гол! Вот это Галешник! Ничего себе! И это опять Гаджиев! Это супер удар от Гаджиева. И Абакар Гаджиев — лучший бомбардир махачкалинского «Динамо» в этом Кубке России. Как и в матче с крыльями, он забивает и забивает сейчас. Но это выстрел в девятку. Никто не ожидал. Ладно, мы не ожидали, болельщики не ожидали. Но самое главное, Кудровец не ожидал, что будет вот такой шикарный удар в верхний угол. Супер гол. Последний раз со штрафного я такой шикарный гол видел здесь в матче «Динамо-Крылья», когда забил Горшков. Ну и здесь... Ох! Ох, Сергей! И все. Отправляет на перерыв Егор Егоров команды. Друзья, «Динамо» три тайма пока не может забить. Московская «Динамо» не может забить три тайма в этом розыгрыше Кубка России. В первом тайме «Динамовцы», может быть, не по цифрам, если не брать угловые. Здесь преимущество 5-0 в пользу гостей. И самое главное, по забитым мячам преимущество в один мяч. Но если брать по игре, то качественнее, структурнее, интереснее выглядели именно подопечные Хасанби Биджиева. 1-0. Основная часть болельщиков, шумных болельщиков, как раз за воротами Давида Волка. Может быть, как-то это будет хозяев слегка подгонять. И очень быстро Егор Егоров принимает решение. Сейчас будет озвучивать. После видео просмотра решение изменено. Игра рукой. Пенальти. Но пробьет здесь в Москве. И бьет он точно, разводя мяч и Волка по разным углам. Ничья 1-1 в этом матче, в этом динамовском противостоянии. Первый гол в Кубке России этого сезона динамовцы забивают с 11-метровой отметки. Складывается ощущение, что махачкалинская «Динамо» сегодня играет лучше «Динамо» московского. Но вот под эти слова «Динамо» забивает гол, выходит вперед 2-1. Счет, Макс, я отключу тебя. И желаю тебе, ты из разведочной зоны пришел, выходи. Надо спасать эту игру. Кость, прости, мы забрали у тебя гол. Да, все в порядке. Сергей, подожди, может, еще его отменят. Гладышев забил после прострела Скопинцева. Но все сразу начали смотреть на арбитра Лайнсмана, помощника Егора Егорова, и нам не мешало бы посмотреть, потому что у меня тоже закрались сомнения, что все-таки возможно было положение вне игры. Но если замена, гол, значит гол. Гол, да, нет офсайда, решение подтверждено. Динамовцы Москвы выходят вперед. Значит, у ВАР с линиями есть подтверждение, что все было в пределах правил. Свисток Егора Егорова. Тяжелейшая победа московского «Динамо»